Федеральный закон об оружии претерпел ряд изменений. В основном они касаются владельцев газового и травматического оружия, у которых кончилась лицензия. Последний год, значит, федеральный закон об оружии потерпел ряд изменений, касающихся оборота и контроля гражданского оружия. То есть, ну, в первую очередь, это ввели непосредственно прохождение обучения и сдачи, так скажем, каких-то нормативов теоретических и практических по знанию правил безопасного обращения с оружием. Пройти обучение можно в здании ДСААФ, а за консультацией обратиться в лицензионно-разрешительный отдел в 17-м микрорайоне по телефону 55 11 49.